Все аэропорты округа назовут в честь выдающихся югорчан. Активисты предложили продолжить проект «Великие имена России» на региональном уровне. Напомню, в округе уже выбрали имена для двух аэропортов. Жители региона решили назвать в их честь нефтяников и первопроходцев. В Сургуте аэропорт теперь носит имя Фармана Салманова, в Нижневартовске – Виктора Муравленко. Югорчанам предстоит выбрать имена для аэровокзалов Ханты-Мансийска, Нягани, Советского, Урая, Белоярского и Когалыма. У нас же огромный список людей, которыми каждый из них может претендовать на то, чтобы его именем был назван аэропорт, улица, я не знаю, школа. Поэтому мы решили не откладывать, потом по завершении всероссийской акции подумать над своей акцией, запустить ее.